Всем добрый вечер, дорогие друзья. Всем привет вот с этой красавицы арены, где сегодня продолжается Мелбет Первая Лига. И мы с вами отправляемся в Краснодар. Не, возможно, мы сегодня с вами будем смотреть за таким остро атакующим футболом в исполнении обеих команд. Ваш комментатор Павел Ботов. Поехали, матч начался. И, может быть, получится здесь и хорошая атака. Карпов вот как ошибается. Но, посмотрите, как здорово Карпов сыграл сейчас в отборе. Заснул буквально здесь. Ух ты, момент какой. Заснул здесь игрок СКА Хабаровска. Где болельщики располагаются прямо около поля. Все, конечно, смотрится гораздо интереснее. А вот и первый момент у ворот. Играл. И везде СКА Хабаровск одерживал победы. Опасный момент. И ничего себе. Как же технично сейчас бил Данил Карпов. Классные действия Данила Карпова, очень тонкие, очень зрелые. Такие голы от мастеров мирового уровня мы иногда видели. А вот момент, который приводит тут же к голу. Очень простая комбинация. На первый взгляд Тимур Жамалетдинов. 12-я минута встречи. И СКА Хабаровск уже впереди. 1-0. Матч, конечно, мы выделяем, но и матч Уфы и Рубина. А тем временем удар по воротам мощнейший от Мирошниченко и вручает свою команду Михаил Штепа. Входит быки в штрафную, нужно какое-то решение принимать. Справа и передача неплохая, тут никого. Тут только лишь Фомин, но вот здесь надо забивать. Удар 1-1. 1-1 счет становится. Данил Карпов счет сравнивает, прекрасно понимая, что удар-то у него не получился. На повторе посмотрим. Мяч после удара Карпова летел вообще не в створ ворот. Улыбается скамейка. Мне кажется, это все было отлично видно. Почему там лишь один, по сути, Фомин был. Еще момент. Угловой удар. Прямо сейчас. Ох, как технично. Успеет этому мячу. Успел. И пробил по воротам футболист Краснодара 2. Требуя потом еще и пенальти. Но такие не ставятся. На поле вышел номер 38-й Давид Кокоев. Давид Кокоев появляется уже в перерыве на замену. Дальний удар по вороту. 2-1. 28-я секунда. И СКА Хабаровск уже впереди. Какой удар. Вот он, мокрый газон. Вот фактор дальних ударов при такой погоде. Все, в последнее время у него в этом плане классно. 3-1. Счет становится, 50-я минута. СКА Хабаровск проводит гениальную пятиминутку. Как раз таки в те ворота, где располагаются болельщики. Сейчас СКА Хабаровск и забивает. Вот они. Ох, какой момент. И что это, красная? Да. Да, это красная карточка. Томас Рукос. Очень долго он здесь принимал решение. Македонец не так давно в команде. А вот момент у Краснодара 2. И вот, пожалуйста, Ислам Имамов. Вот его действие. Великолепное действие Имамова, который свою команду выручает. И вот Манелов. Манелов может обострить, может и пробить. Есть удар, подставление. Имамов и штанга спасают. Вместе. Оба они сейчас справились с этим неприятным рикошетом. Тем более против Манелова, который свежий. Но посмотрите, что делает Левицкий. Какой красавец Левицкий. Поднимает голову. Удар и шар забивает. Чем? Спиной. Наверное, да. Но, правда, при этом шар был в положении вне игры. Как раз таки информация на ваших экранах. Ну, а СКА Хабаровск отправляется на еще одну выездную игру против Акрона. Передача в направлении штрафной. И здесь Ислам Имамов играет точно. И Шар побежал, у него сил-то много. Он только что вышел, можно сказать. Как же здорово он включился. Шар 4-1. И к болельщикам. К болельщикам праздновать. Шар красавец. Вот, пожалуйста, выход на замену. И показывает Шар, что он в том числе и джокер. И вот теперь можно уже здесь спокойно радоваться трем очкам на 100%. Ну, Абросимов дает финальный свисток и констатируем, что СКА Хабаровск набирает 3 балла.